Ежегодно администрация школы обращалась в организацию «Донбасс Информресурс» на предмет того, чтобы какими-либо действиями обезопасить, скажем, пришкольный участок, который ведет главный вход здания нашей школы, от дорожно-транспортных средств. Значит, на что мы ежегодно получаем ответы, где нам рекомендуют установить, скажем, поднимающийся шлагбаум. Но у нас в штатном расписании такой единицы у нас нет. Кто бы его обслуживал? Да, это первое. Второе. Значит, на начало учебного года в основном, скажем, у нас доминирует, что касается, скажем, родителей, имеющих свой этот транспорт. Это у нас начальное звено. То есть мы проводим на всех рабочих совещаниях с учителями разъяснительную работу по поводу того, чтобы свои транспортные средства они оставляли либо на улице Итальянской, не въезжать сюда, либо если они въезжают, у нас вот здесь есть такой как карманчик, то есть оставлять здесь. Но ввиду того, что у нас находятся, скажем, гаражи жильцов близлежащих домов, и, скажем, ну, естественно, конечно, там что-то автотранспортное, автотранспорт свой оставляет лишь. Поэтому мы не исключаем такой вариант, что движение зачастую на скорости осуществляют люди, которые, скажем, не причастны вообще к учебному учреждению, то есть жильцы ближайших домов. Своими силами у нас до этого стоял, скажем, знак, который разрешал проезд только спецтранспорту. Ну, у нас, в принципе, как мотались, они так и продолжали мотаться, скажем, автолюбители. Но это несколько лет назад было, мы даже привлекали неоднократно патрульную полицию. То есть пока полиция здесь стояла, пока дежурили при въезде вот с улицы Итальянской сюда к нам на главный вход в школу, пока вроде бы было. Мы обращались даже и на предмет того, чтобы здесь расположить, скажем, лежачих полицейских, ну, на что был, скажем, дан ответ, я врать не буду, не знаю, в письменной форме, но устно нам сказали то, что, скажем, не предусматриваются внутридомовые вот эти вот подъезды, размещение на этих внутридомовых подъездах лежачих полицейских. То есть они бьют на то, чтобы мы установили вот шлагбаум. Но мы шлагбаум здесь никак не установим, потому что на, по штатному роспуску у нас просто-напросто нет, скажем, такой единицы, которая бы за это отвечала.